16 марта 2014 года можно назвать поистине исторической датой. В этот день в Крыму прошел общереспубликанский референдум о государственном статусе региона и города Севастополя. Жители полуострова голосовали за присоединение Крыма к России, либо за расширение полномочий региона в составе Украины. Более 1,5 миллиона человек, для которых были открыты 1205 избирательных участков, отвечали в этот день на вопрос, будет ли Крым присоединен к России. В результате большинство жителей полуострова, почти 97%, проголосовали за воссоединение с нашей страной. Несмотря на все сомнения в легитимности проведения референдума, он соответствовал всем нормам международного права и устава Организации Объединенных Наций. По указу президента России Владимира Путина, Республика Крым признана суверенным и независимым государством, а город Севастополь приобрел особый статус. Уже с 23 марта республика перейдет на московское время, а официальной валютой в регионе станет российский рубль. Однако, чтобы полностью перейти к законам нашей страны, Крыму может понадобиться от нескольких месяцев до года.